Все, я на связи. Всем привет, дамы и господа, всем добра и позитива. У микрофона я Эдди, и сегодня мы посмотрим модификации две. Одна из них меняет дом Си-Джея. Вот такой дом, он меняется как и внешне, так и внутренне. Конечно, подтянули текстуры, но самое интересное это внутри, как поменяли интерьер. И давайте посмотрим. И вот, пожалуйста, новый интерьер. Знаете, что мне понравилось? То, как сделаны отражения на полу. Они реально отражают нашего главного героя и также, наверное, отражают потолок, либо что-то еще в этом духе, но на самом деле прикольно. Я такого не видел раньше, возможно, не замечал, но довольно-таки приятные текстуры. И знаете, что самое главное? Они то не отвратные. И я считаю это важным аспектом. То есть как будто оригинальные, согласитесь. То есть не какие-то современные, не какие-то еще древние. Но единственное, что я признаю, да, есть iMac вот этот, есть комп. Но, несмотря на это, они неплохо вписываются, и мне они очень нравятся, ребята. На самом деле, очень приятные текстуры. Вот, новый холодильник, тут новая плита и так далее, новые диваны. Также добавили чуть больше колонок. Вот, надо есть на столе кое-что, это диск, наверное, и также бонг. Ну, какой дом без бонга? Ну ладно, и второй мод тоже на тему текстур, но только на горе Чилиад. Поехали туда. Запись запущена, мы оказались на горе Чилиад. И вот мы оказались на вершине горы Чилиад. И давайте посмотрим, что тут добавилось. Тут ничего не изменилось, хотя нет, ошибаюсь. Тут изменили трамплин, посмотрите. Очень прикольно сделали. Можно постоять на машине, сделать красивый скриншот. И также все эти виды, конечно, прям завораживают. И добавили такую вот площадку теперь. Чуточку повыше, но все это сделано, знаете, наподобие GTA 5. Вот какая-то карта высечена из дерева. И давайте посмотрим вот это здание. Но знаете, это как канатная дорога тут должна быть, но в GTA San Andreas такое не реализовать. И тут просто такое здание, но тут сами понимаете, хотели сделать в стилистике GTA 5, но добавить все эти движущиеся объекты довольно-таки трудно. И посмотрите, пасхалки, прям как из GTA 5. И вот так это все смотрится, можно перепрыгивать, если вы довольно-таки смелый человек. И вообще в этой моде есть пасхалка. Ну, посмотрели мы это здание, интересно. И чтобы открыть пасхалку, нужно поставить ночь. Погнали. Итак, что же нас ждет ночью, я боюсь представить. Но давайте полазим, посмотрим, что интересного тут есть. И посмотрите, ребята, что это? Тут какая-то фигура женщины. Господи, это очень ужасно смотрится, но есть такая пасхалка, это призрак женщины, прям как в GTA 5, если я не ошибаюсь, там тоже есть такое. Поэтому можно сказать смело, да, это на тематику GTA 5. На этом все, два мода было сегодня, это дом Карла и немного поменяли вершину горы Чилиад. Всем удачи и до новых встреч! Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.